Бережном районе, в Беслане, это первый олимпийский чемпион. И я рад, что это все-таки наконец случилось. Выиграл это золото. Я думаю, что он его заслуживает, и республика тоже заслуживает. А вы с ним уже говорили после победы? Вот сейчас только что мы разговаривали. Что он вам сказал? Куда-то он едет. Ну, главное, что он едет золотой. Я говорю, медаль покажи. Показал, все, значит, это не сон, значит, все в порядке. Это самое ценное, самое, вот, будем говорить, самое вкусное вот, в жизни каждого спортсмена. Когда он стоит на пьедестале, и на этот раз он сам себе вешает на шею вот, медаль. Конечно, не хватало гимна, флага. Ну, дай бог, чтобы через 3 года это все уже было. И вот эти эмоции, чтобы он тоже испытал. И не только он один. Было первые минуты очень волнительно, потому что Казимагомедов – это не слабый противник. Он, например, он выиграл у таких борцов, как Кайл Дейков в сухую, досрочная победа, и Франко Чамизо 9-7. Уже под конец была буря эмоций, которых нельзя описать. Я ему скажу, привет, брат, как дела? Как, этот, удачи тебе дальше. Молодец. Переживал. Кто это мог предсказать, что будет олимпийским чемпионом? Мы плакали и смеялись одновременно. Все, и мужчины, и женщины. Все прям, ну, непередаваемые чувства такие. Пока нет. У нас пока не успокоится. Он знает, что у нас всегда вот так вот в доме шумно. И он звонит. Например, вчера он тоже позвонил, где-то в 12 часов он мне написал сообщение, и мы тогда уже пообщались. Вот как будто со сборов, вот как он всегда говорит, как вы, как братья, как папа, где он, что делает. Вот общие такие слова. Ну, было видно, что настрой хороший, голос был такой бодрый. Я счастлива, что он счастлив, что у него душа радуется. Вот это самое главное для нас. Его радость. Вы сейчас принимаете звонки, наверное, да? Да, звонят и звонят. К нам с утра прям приходят люди и хотят с нами сопереживать, посмотреть, поболеть. Так что у нас всегда так.
Я был дальнобойщиком, я уехал, и меня как-то на 5 месяцев задержался. Я вот. Приехал за Урбеку уже 4 месяца, и люльки лежит, и захожу, он меня видит и улыбается мне. Я руки вот так вытянул, короче, люльку поймал. И на меня смотрел, как у него получалось, кали-кали, как у него получался вообще. Я вот это говорю матери, говорю, Рита, с него получится олимпийский чемпион. Да ну ты что ты говоришь? Ты говоришь, что говоришь? Я говорю, клянусь, он будет олимпийским чемпионом. Я когда утром вставал, сразу выходил, помылся все и потом Богу молился. Сау бахушка, могу целопуем бахушка, фадабон канамен. Андер личного ничего. Я как за Заура, так и за дагестанца болел. Я когда вот Рашидов проиграл, я заплакал. Потому что мать вчера нам звонила, как вы себя чувствуете, мы у нас вот так это. Любой родитель хочет, чтобы вот этого. Спасибо, Господи. Я буду молиться еще больше. Я плакал, я уже сходил, плакал. Трудно. Все позади. Уже только слезы радости. Вы не переживайте. Уже все.